Маршруты петрозаводских автобусов номер 8, 12 и 17 продлят до пересечения улиц Петрова и Кемской. Ранее там оборудовали новую конечную остановку. Изменения вступят в силу 23 сентября. Памятник мальчику, который пытался спасти родственников из пожара, но погиб, поставили в Кондопожском районе. На монументе 6-летний Святослав Юшков изображен с мячом. Он очень любил футбол. Баню из полиэтилена и унитаз нашли на берегу Онежского озера пудожские лесничие во время уборки мусора. Всего на 6 километрах прибрежной линии они собрали 2 тонны мусора. Жительница Суаярви вынесла из магазина 16 коробок вина за 3 дня. Только спустя это время на торговой точке обнаружили пропажу. Когда к 29-летней девушке нагрянули полицейские, она уже успела выпить все украденное.